Что означают слова посланника, да благословит его Аллах и приветствует, где он рассказывает о своем Господе Всемогущенный Велик в священном хадисе? «Каждое деяние сын Адама совершает для себя, кроме поста, ибо поистине он для меня, и я сам воздам за него». «Каждое деяние сын Адама совершает для себя, то есть награда и воздаяние за него, кроме поста, ибо поистине он для меня, и я сам воздам за него». Награда за пост не имеет меры. А что касается остальных деяний, то мера воздаяния за них известна, маленькая или большая. А что касается поста, то никто не знает его награды и ее размер, кроме Аллаха, потому как пост совершается искренне ради Аллаха Азза ва Джаль. Потому что в него не заходит показуха. В пост не заходит показуха, в отличие от намаза и джихада. Сюда может зайти показуха и слава.